Амелия, а что без формы? Мама постирала. Ручки в колени. И цыпленок тоже. Следующее упражнение. Цыпленок злой, цыпленок добрый. Работаем, работаем. Цыпленок злой. Цыпленок добрый. Цыпленок злой. Цыпленок добрый. Пчелка. Ой, нет. Цыпленок. Ап! Махи ногами. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленок цып-цып-цып-цып. Так, мне будет помогать цып-цып-цып-цып цыпленок. Перерыв 5 минут. Что случилось, Амелия? Что ты расстроилась? Они меня дразнят. Поэтому вещи валяются? Раз, два, три, четыре, пять. А где же наш цыпленок? В курятнике. Раз, два. Леонидыч, совсем девчонку задразнил. А где она? В раздевалке, плачет. Зови, справим. Раз, два, три, четыре. Ждем Амелию, она самая лучшая. И пять. А давай сюда Нет проблем. Сегодня за упражнение ставим оценки. Шпагат с удержанием. Ап. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Даша посредственно. Маша хорошо. Вера хорошо. Полина хорошо. Цыпленок отлично. Следующее упражнение – боковое равновесие без рук. Это упражнение сделал лучше всех наш цыпленок. Сейчас нам будет помогать тот, кто делал лучше всех. Наш цыпленок. Раз. Два. Раз. Хорошо, хорошо, держи, держи. Ножки вместе. Два. Теперь оценки. Агния, отлично. Катя, отлично. Саша,
Удовлетворительно. Цыпленок, отлично. Следующее. Внимание! Мастер-класс от солнечного цыпленка! А сейчас сделаем мостик на столике. Первое. А сейчас цыпленок. Отличная оценка! Молодец! Самый лучший наш ученик за отличные оценки получает приз. И это наш цыпленок! Амелия, а завтра... В форме. Ребята, на сегодня занятия окончены. Домой! Девчонки, желтая майка есть? Есть! О, майка! Надо немножко там переделать номер. Поэтому будем стараться. Что это? А где наша форма?